Украина заявляет о крупнейшем с начала войны ударе по российской авиации. Речь идет об обстреле аэродрома под Бердянском на оккупированной территории. Киев подтвердил, что по складам и военным самолетам били американскими ракетами большой дальности атакамс. И сегодня особая вдячность Сполученным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются дуже влучно. Атакамсы себе показали. Наиболее горячей точкой остается Авдеевка. В сводках говорится о серии российских атак на позиции ВСУ. Украинское командование заявляет, что такие попытки наступления не увенчиваются успехом. Полиция Донецкой области тем временем объявила эвакуацию детей из 12 прифронтовых населенных пунктов, которые готовятся к первым серьезным заморозкам. Жители региона рассчитывают в том числе на трансформаторы, поставленные по программе развития ООН, чтобы обеспечить электроэнергией критически важные объекты.